Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Внимание! С 7 по 12 ноября магазин «Мехико» запускает рассрочку платежа на 36 месяцев. Теперь норковую шубу можно купить всего за 1500 рублей в месяц. Также скидки до 50%. Новое поступление. Магазин «Мехико» вас ждут по адресу улица Гагарина, 39. Салон кожи и меха «Золотое руно» приглашает за покупками и дарит скидку 5% на любую покупку. На модели прошлых сезонов действуют скидки. На дубленке скидки до 50%. На меховые куртки скидки до 40%. На норковые шубы скидки до 15%. Новинки. Шубы из норки от 38 тысяч рублей. Шубы из кролика от 23 тысяч 500 рублей. Любую покупку вы можете оформить в кредит без первого взноса. Нужен только паспорт. Бери сейчас, плати потом. Подробности акции узнавайте у консультантов. Салон кожи и меха «Золотое руно», город Печора, улица Гагарина, дом 37, торговый центр «Космос», второй этаж. Партнер программы «Прогноз погоды» — магазин «Автомаркет». Магазин «Автомаркет» предлагает: запчасти для автомобилей импортного и отечественного производства, автомобильные технические жидкости, автоаксессуары и инструмент. «Автомаркет». Отличные детали, отличные цены. Телефон 48800. И о погоде. Завтра, 11 ноября, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Днем порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет -14-16 градусов, а завтра днем -6-8. На дорогах гололедица. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всем доброго, до свидания.